Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Скоро? На осень? Работает. Прекрати все трогать, Саша. Держи свои руки так, чтобы я их видел. Здорово, Кенты. Как ваши дела? Я в Лобне. А вы где? Вы в Лобне? Если нет, это нехорошо. О, вот страничка хип-хайп нормальная, кстати, да, там. Постят мои луки, школьники выебываются. У меня все шмотки дешевле 3000. 3000 накопить, дитё, сначала. Релиза никогда. Мы завязали с рэпом, я ушел в стендап. Буду теперь стендап-комиком. Где ты? Я в Лобне. У меня... Я переехал, короче, в Лобню. Мне выделили вот свой кабинет. Говорят, Федя, будешь нашим консультантом по вопросам культуры. Вичхаус Лобня. Да, у пацана уже был трек Вичхаус Лобня. Какое пиво пьешь? Пиво пенное обыкновенное. А, да. Пойдешь на ВК-фест? Ну да. Но только вместо нас туда позвали гречку. А мы все равно пойдем. Скруджи в другой комнате, в соседней сидит. Нас к нему не пускают. Но оттуда звуки доносятся странные. Здорово. Что думаешь о Хаске? Нормальный рэп. Четкий. Мне нравится. Какой клип с Мози? На песню «Карлики 2». Федь, где именно ты в Лобне? Я там живу. Я в кабинете у себя. Ты тут не живешь. Я тебя не видел, по крайней мере. Здорово. Саша Форсайт. Шароёб. Где сидишь? В кабинете у себя сижу, братан. Что думаешь об Оксимироне? Я об Оксимироне не думаю. Ряд отличий. Я просто хочу, чтобы получилась рекурсия. Не кислый прикол вообще. Че? Ну там задержка небольшая. Сейчас будет прикол. Прикол с рекурсией. Ой, мне звонят, извините. Алло, да? Несколько секунд удобно. Приезжай в Уфу. Я уже был. Скоро приеду еще. Почему вот так много людей нужно банить? Ну нельзя что ли быть вежливыми? Пацаны, мне лень кликать. Баньте себя сами. Здорово с Осетия. Осетия, респект. Не знаю, мне кажется, что можно сделать. Найти всего лишь... Мне кажется, что можно... Ебашь в Якутск. Ну, братан, в Изару 0 сейчас сяду. На поезд до Якутска. Скоро буду. Жди. Давай. Бри пиздуй ноги. Ну, я бы уперся, а ты как знаешь? Салам из Пытьях. Как ты решишь, так и правильно. Пытьях салам. Был в Пытьяхе, Ромыч? Нет. Петрик Пытьяха, знаешь такого? Здорово, Димон. Да, да. Принцесса, я предпочитаю принцессу Нури. Кошмар, да. То есть, у нас тут мероприятие, и у нас тут... Как жизнь, хоть заху держись. В Перми не был, но скоро буду. Осенью буду в Перми. Был на концерте в Питере в прошлом году, охуенно, когда снова. У меня в этом году был концерт в Питере. Фитц ДК. Ну, спамьте ДК в личку. Давай на следующих выходах все ножки пересечемся. А ты девушка? Если нет, то извини. Саша, ну прекрати. Я просто выкинул. А, ну. Когда снова ждать в Раменском? Когда снег пойдет вверх?
До Сибири? Я был в Сибири, живу. Ну, блядь, ну, чё? Привет, привет. Пацаны, ну вот дозика, что ли? Вы не в состоянии бутылку выбросить? Давай в Киев, очень ждем. Меня больше не пустят в Киев. Блядь, ну... В какой проге музло сделаешь? Делаю музло в проге Fruity Loops. Самая крутая прога. Как с Мози познакомился? С Мози познакомился в армянском кафе. Почему не берешь у меня халявную тишку? Хотелось бы халявную гришку получить, на самом деле. Я не знаю просто, кто ты, братан. Здорово. Передай привет Ярику. Что за Ярик? Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда футболка? Из дома. Из рюкзака, если быть конкретнее. Новый посты в Телеграме. Слушай, пока нет вдохновения. Как будет, тогда проведем. Сделаем пост. Привет. 14.88. Не знаю. Ценник на стейк рибай. В ресторане Торро Гриль. В универе, ну так временами. Добрый вечер. Дреды не сделаю, братан, я постригся. Может покрашусь. Привет с Казани. Казань супер. Здорово. Вань, я не могу всем нахуй сегодня, я в Лобне. Давай на следующих выходных. Пойдешь на следующих выходных всем нахуй, Вань? Я сегодня реально в Лобне, не могу. Чем усы Эрнеста тебе не угодили? Ну, такие они. Усишки, я бы сказал. Хочешь мерч обла? Хочу. Я и есть обла, в принципе. Обладает. Это я. Обла это вот Назар, а дает это я. У нас супергруппа. Что такое заебавшись, что случилось? Да я в Лобне просто. Прикол. Концерт в Курск. Что это значит? Я без тебя туда не хожу. Ок, в Next Week в Арабы Респеки. А в Араб не смог приехать. Но, Вань, на следующей неделе пойдем. Будем отдыхать. Сделай реакцию на видео, где ты в школе рэп считаешь объебанный. Я не объебанный, я трезвый. Как тебе наш митинг, Валочка, я не знаю. Меня там не было. Куда в Лобне подъехать? Ну, фестиваль какой-то. Лобня против Химок. Нормальная тема. Кто это такой? Это я. Когда обзор Торо Гриль? Скоро. С Виталием Покашеварим. Совместно. Какой концерт под Залупкина? Завтра будет. Это реально сло. Странный вопрос. Я реально слон. Вот Гарик мне написал: привет, пидор, а я его сейчас возьму и забаню. Что ты мне сделаешь, Гарик? Нихуя ты мне не сделаешь, Гарик. Помнишь бродягу из Самары? Помню. Почему у тебя ник Реймин 1586? Что в лоб не делаешь? В кабинете у себя сижу. Где цепь взял? В ювелирном магазине. Слышал трек Леша Закона «Бык». Леша Закона вообще топовый тип. Когда клип лох. Для тебя никогда, братан. Потому что я тебя сейчас забаню. Всех буду банить. Хе-хе. Помнишь парня в кепке из Челябы? Братан, ты, к сожалению, там не один такой. Как относишься к ЛСП? ЛСП, супергруппа. И Л, и С, и П. Всех поддерживаю. Быкер, примешь мультихайп? Нет. Дай шмаль. Можешь найти шмаль на Ленинском проспекте под билбордом компании ЛЭК.
Кто там с тобой еще? Со мной мои братья. А, я помню. Сань, вот ты знаешь, как люди в советское время, когда ни у кого телефона не было, вот у меня дед рассказывал, что у него был кореш Бронислав, он приходил к нему по телефону позвонить, просто все время приходил, такой, бля, как-нибудь позвоню по телефону. Я так и делаю сейчас, я просто в процессе. Федор, про выступление в Рязани не задумывался? У меня в Рязани, кстати, родственники есть, может, приеду. Стоит идти на концерт в Джубили? Конечно, стоит. И друзей позвать еще обязательно. Никому. Как тебе Рама? Рама 2 Ван Дамма, братан. Где видеоблог Букера? Он оказался убыточным. Мы его уничтожили. В баре 17:03 бываешь? Не. На календаре уважаемый премьер-министр России? Да. Избушка на курьих ножках. Где Зомай? Зомай дома. С кем следующий батл? С Бамблбизи следующий батл. Нарвать на битах. Запишешься с Окси, если предложат. Мы уже записались. Трек «Судьба моралиста» часть 2. Скоро выйдет. Пиджак у тебя какой-то бабский. В лоб на тебя побьют, я из лобни. Братан, ты не пиджак. Видимо, ты не разбираешься в моде. Тебе стоит подучиться немножко, прежде чем вступать в дискуссии. О пиджаках и их отсутствии. Привет с Красноярска, привет с Красноярск. Ваня Светлов, антихайпе, а то Бодибэк писал о том, что там только 4 человека. В антихайпе 4 человека. Слава КПСС, Ханза Май, Букер, Виктор СД. Привет, тезка. Привет, тезка. Новый мерч скоро. Летом будет крутой мерч. Вот такой. Что по новому Фрешбладу скажешь? Голуби, супер. Как относишься к блоку песни ЛСП номера? Отлично отношусь. Считаю, что нужно вообще всю музыку на территории РФ заблокировать, кроме нашидов. Будем наконец-то нормальное музло слушать. Давно бил что-нибудь ебал. Ну, полгода назад дрался, наверное, зимой где-то. Потерял подвеску тогда. Кольцо из носа вырвали. Бывает. Да. Ты пропустил этот момент? А мне нравится. Где купить такой же перстень? Такой нельзя купить. Это перстень NBA. То есть работает. Приедешь в Череповец. Алло. То есть он реально работает. Я могу с ним куда хочешь позвонить. Даже в Америку можно? Когда день Богдана? Слушай, как вернусь в Питер, на выходных устроим день Богдана обязательно. Какой в основном шмот носишь? Черный. Как тебе в Лобне? О. Да, вообще балдежно. Трамвай Мираж крутой, спасибо большое. Потому что большинство он почему-то не нравится. Возможно, у людей нету вкуса к жизни. Когда новый батл взимаем? Скоро. Возможно, завтра. Придешь на сходку к Гительману? Приезжай в Лесосибирск. Бульвар Депо супер. Самый крутой пацан. Бульвар Депо реально охуенный. Бренд какой? Бренд Очко. Это новый, но мы его раскручиваем сейчас. Антихайп или антикайф? Антикафе. Как относишься к людям, которых все хейтят? Или которые все хейтят? Не знаю, гоны Донбасс. Уже еду. В Донецк еду. Правда, с Лакимина музыку и взгляды обсуждал и жив остался при этом. Ну да. Типа, мне не нравится его музыка, не нравится его взгляды. Решил ему об этом сказать. Ну, типа, это, мне кажется, правильно. Нормальные люди так поступают. Да, они за спиной пиздят, подходят и говорят так, так, чувак. Типа, безобидно. Вот. Ну, и это нормально. Выходи из катка. Не, из катка не выйду. О, это твой грех. Твой грех. Я послушал твой lazy tape. Вот такое музло. Супер. Общаешься с Рикеев. По четвергам с ним ходим в Строганов стейкхаус кушать. С кем бы фитонул? С Хаски? С Машей Хими? Не знаю. С Биг Бэби Тейп. Когда в Лобню? Не знаю. В
В общем, мяч Овсянкина. У меня, кстати, мерча Овсянкина нет. Че с Мироном? С каким? Ну, Александр, закрой дверь. Ну, ну а что ты хотел? Разденься. Я и так уже. Ну. Как к Соболеву относишься? Соболев пидор. Здорово. Как Череповец? Знаете, откуда я знаю, когда? Ну, типа, Букер, ради тебя в Лобне приехал из МСК. Да и, блядь, ну, я выйду, я же сказал, что выйду попозже. Жестко. Чё пьёшь? Пью пиво пенное, обыкновенное. Как ночью трилпил, и трилпил охуенный. Просто топовый тип. А. Клип снимали на днях? Да, снимали клип на днях. ДК или ПК? Широка река. Когда в туалет без стука? Скоро, сука. Когда тебя релиз нужно ждать приблизительно? В следующем году. Собираешься в Харьков? Нет, мне нельзя на Украину больше. Фит стрел пилом будет? По-любому. Го фристайл сейчас. Огонь нет. Как тебе такой вариант? Почему ты перестал носить юность? Я никогда не носил юность. Го фит стрел пилом. Окей. В России, на Украине, в Беларуси, в других крутых странах. Джубили супер. Джубили Винс. И сегодня я не с тобой. Депо или Морти? Конечно, бульвар Депо. Здрасте. Какая фит с МС Нев? Только с Нойз МС будет фит. Объясни мне, что такое фит. Это когда ты с исполнителем ходишь в кафе. Кафе. Рисовать, что ли, с тебя демоняру? Ну, нарисуй. Слышал, что Поперечного тоже не пускают на Украину. Да, туда только продольных пускают. Здравствуйте. Запретили въезд в Украину? Да. Порошенко сказал, не будет этого нигера здесь. Привет. Бацан, ну не хочу с вами совместные прямые эфиры проводить, реально, пиздец. Извините, но... Не хочу. Хуй. У тебя очень хуёвые шутки. Зато у тебя очень пиздатые комментарии, братан. Мози Монтана, армянка. Моргенштерн, человек яйца. Как тебе мысль фитануть со Стасом Борецким? Будешь волчарой. Волчар нормально. Who are you? I am Lil S. Когда плохой парень выйдет? Никогда. На сцену выйдем часов 7:30, наверное. Может, попозже. Я в Лобне. Не особо. Просто что сладко пососать. Что? Не, если тоже про цветокоры, про цвешит, про сладко пососать, про там еще не очень. Как футболка брак металла. Солидно. Похож на приятного Эльдара. Спасибо, Ютуб. Вообще заебись. Было на батле, что хотел разъебать и бал соперника. Нет. Мы все кенты. Сейчас Москву. Шкера.
Куртка от диссидента, да. Чё, пацаны, ждёте клипак? У нас скоро выходит клипак. Я там катаюсь на диване на колёсиках. Как вам такое? Ну, реально. Как дела у Вити? Так, супер. Это правда, что ты рок-звезда из пятиэтажек? Нет, из конкретной пятиэтажки. С хрущёвки. Пиздатый EP вышел у тебя. Пиздатый? Я пиздатый. Я, короче, старший Лил Морти. Биг Морти. Можете меня звать теперь так. Будет Fortnite The Fred? Да, когда мой приеду, может, что-нибудь постримим. Не обязательно Fortnite. Ну, что-нибудь прикольное. Чё по шмоту? Всё, заебись. На бою Александров будет клип по-любому. Мы там. У нас жесткая, короче, задумка. Большой бюджет. Будет вообще просто пиздец. Я пока еще не верю, что у нас вообще будет такой клип, потому что там задумки просто ебанутся. Очень крутой. Пожалуй, лучше, что мы делали. Спасибо. У меня прямой эфир сломался. Все, пацаны, Дима Эрнест пришел, нихуя не работает. Так что, до встречи. Я бою Александров, хит лета.